Всем добрый день, всех рада видеть. Меня зовут Дарья, и я директор по фандрайзингу зоозащитной организации. Она называется «Рука помощи бездомным животным». Сегодня я хотела бы поговорить про частный фандрайзинг. Это ведущая отрасль в нашей организации. За прошлый год с помощью частного фандрайзинга нам удалось привлечь около 47 миллионов рублей. Поэтому хочется сказать, все, кто достаточно часто, так скажем, принижает роль частного фандрайзинга, вот я живой пример, когда организация существует, расширяется, увеличивает количество благополучателей именно с помощью частных пожертвований. Включу демонстрацию экрана, подготовила небольшую презентацию. Так, сейчас, друзья. Секундочку прям. Сегодня мы поговорим про точки соприкосновения с частным донором, где мы можем встретиться и как, соответственно, мы можем с ним коммуницировать. Во-первых, очень часто упускается НКО такой момент, тоже его аудитория. А многие стихийно действуют, да, то есть пишут о себе, ведут какую-то деятельность, но не задумываются, а кому же эта деятельность будет в первую очередь интересна. Вот если вы еще не продумали, кто же ваша целевая аудитория, я советую сделать это в ближайшее время. На самом деле это важный момент. А, конечно, ваша целевая аудитория не будет единичной, вы можете выделить категории. Возраст, пол, потребности, ее ожидания, ее предпочтения или, наоборот, нетерпимости. А дальше, когда у вас появится несколько категорий, советую продумать, где же и при каких условиях вы можете с ней встретиться. И важно еще продумать, какую пользу получит ваша аудитория от вашей совместной деятельности. Ну, к примеру, чтобы было понятнее. А в нашей организации, если мы рассмотрим пул частных доноров, их можно разделить на три достаточно большие категории. Это молодые люди от 18 до 27 лет, то есть, так скажем, новое поколение, которое относится к бездомным животным с особым трепетом, да, которое, например, не всегда присуще более взрослому поколению, которые рассматривают разные способы, да, работы с бездомными животными и легко отвлекаются на разные активности. А вторая возрастная категория – это люди, так скажем, уже другой возрастной группы от 30 до 45 лет. В основном у нас люди такого среднего достатка, достаточно понимающие особенности этой проблемы, ответственность человека. И, например, у нас есть еще одна интересная категория доноров – это мужчины. Я не знаю, есть тут люди, понимающие специфику зоозащитных организаций, но обычно мужчины не включаются вот в этот мимимишный процесс, вот эти котятки, это все остается где-то чуть поотдали от них. Вот так сложилось, что мужчины в качестве доноров составляют у нас около 20%, и они дают самые большие пожертвования в наш фонд. С чем это связано? А коллектив нашей организации в основном молодые девушки. И мы очень активно показываем не только ту деятельность с животными, которыми мы ведем, но и кто стоит за этой деятельностью. Мы показываем свои лица, рассказываем о себе, показываем свои трудности и сложности. И тут у мужчины включается другой мотив для помощи. Это рыцарь на белом коне, который хочет спасти не только котенка, но и прекрасную даму, которая оказалась в сложной ситуации. Поэтому это тоже, ну, достаточно интересно. И когда мы продумываем контент, который мы выносим в массы, мы, соответственно, пытаемся ориентировать его на эти три разные категории. Понятное дело, что одни и те же посты не могут понравиться всем, но нужно продумать, да, какой именно категории они будут интересны. Также в своей работе я различаю два понятия. Донор – это человек, который дает вам деньги, и сторонник. Для меня это неравнозначные понятия. Донор, он жертвует вам средств. Возможно, единожды, возможно, время от времени. Сторонник – это человек, который разделяет ценности вашей организации. Он очень много знает
про ваш фонд, про вас лично. Он осознает ценность вашей деятельности в разных условиях. К примеру, прошлый год был очень тяжелым, да, для любых НКО, и, например, многие корпоративные доноры, да, бизнес, он где-то закрыл свои благотворительные программы. Так вот, у нас в кризисный момент произошел, наоборот, скачок пожертвований, потому что большую часть, так скажем, команды фонда составляют именно сторонники, люди, которые понимали, что вся страна сейчас переживает сложный период, что там идет рост цен на лекарства, препараты и так далее, и наоборот старались оказать еще большую поддержку организации. Вот в этом и есть различие. Тут у меня Оля Бузова, такой неоднозначный герой, но она любит говорить одну важную вещь. Мои люди всегда со мной. Вот, наверное, каждая организация в своем частном фандрайзинге должна стремиться к тому, чтобы набрать таких людей, которые всегда будут с ними. То есть сторонник организации как раз из тех людей, кто всегда со мной. И он старается, да, быть всегда включенным. Именно количество сторонников, а не просто доноров, да, единичных, разовых, важно для устойчивости вашей организации. Что же необходимо достичь? Частный фандрайзинг – это особый вид взаимоотношений с аудиторией, который похож, ну, на… Проходим мы такие же этапы, как при влюбленности или дружбе. То есть сначала человек с нами знакомится. Он может прийти к вам из рекламного поста, он может прийти из репоста, да, он может набрать в трудной ситуации, как в поисковике, и наткнуться там на ваши социальные сети. Вот сначала происходит такой момент притирки, когда человек читает, вникает, начинает понимать, да, чем занимается эта организация. Потом, как правило, наступает период влюбленности. Этот человек говорит: «Вау, вы такие классные, супер, просто потрясающие люди». Но в какой-то момент происходит момент перенасыщения. То есть человек так сильно загорелся сначала тем, что вы делаете. Обычно он... ну, устает от этого, и нужно спокойно воспринимать, что после некого пика всегда идет спад. Возможно, потом наступает стадия конфликта, когда, знаете, появляются комментарии: нужно было сделать так, а это вы делаете не так. И это тоже абсолютно нормально, потому что все люди видят решение некой проблемы всегда с разных сторон. И вот только когда вы прошли все эти 4 предыдущих этапа, мы можем рассчитывать на то, что человек, который остался с нами, мы с ним выработали долгосрочные отношения. Вот тогда он стал нашим сторонником. Что я хочу сказать? Очень важно, чтобы сторонник, человек, который находится с вами, чувствовал себя частью вашей команды и сотворенных дел. Очень часто наблюдается у благотворительности, когда организации пишут: мы смогли, мы сделали, мы достигли, мы спасли. Давайте быть откровенными, это сделали не только мы сделали это при помощи поддержки других людей, поэтому важно акцентировать на это внимание, говорить: вместе нам удалось. Менять слова, менять свою позицию, то, что мы несем в мир. И это очень важно, потому что тогда человек захочет быть с вами намного дольше. Когда мы говорим о социальных сетях, а это сейчас, ну, такой самый простой способ найти себе частных сторонников, да, заниматься частным фандрайзингом, социальные сети сейчас активно развиваются и имеют огромное количество инструментов для коммуникации. Важно... ну, я называю это правило 4П. Первое – говорить о своем предназначении, говорить о цели вашей деятельности, о том, к какому результату вы идете. Вы можете это говорить, что это миссия, вы можете говорить, чего вы хотите достичь, ваша идеальная эфеморная мечта и так далее. Второе – нужно и важно говорить про проблему. Какая социальная проблема лежит в корне вашей деятельности? Зачастую фонды тоже... ну, проходит этот момент, потому что нам внутри кажется, ну что, это же очевидно, да, то есть очевидно, почему бездомные животные – это социальная проблема, очевидно, почему тема сиротства – это социальная проблема. На самом деле, ну, не так все очевидно стороннему зрителю, как нам кажется, когда мы ежедневно варимся внутри. Дальше третий подход.
Как, да, с помощью чего вы решаете эту проблему? Занимаетесь ли вы адресными сборами? Есть ли у вас системная работа? А почему из всего многообразия подходов к решению этой проблемы вы выбрали именно его, и почему вы за него активно топите, и его активно реализовываете? И четвертый, достаточно спорный для многих момент, это прикол или интрига. Я понимаю, что есть тему благотворительности, да, где вы мне сейчас скажете: Даш, ну вот онкобольные дети, ну какой там прикол? Прикол не в смысле над кем-то насмехаться или что-то, ну, утрировать. Это вопрос о том, чтобы подумать, а что вас отличает или может отличать от других организаций? В чем вы можете проявить свою особенность? Чем вы можете быть не похожи на всех остальных? Потому что сейчас в интернет-сети огромное количество информации. Человек открывает ленту и видит огромное количество постов. И доказано, что у человека есть всего 3 секунды времени, чтобы обратить внимание или не обратить внимание на ваш пост, на ваше видео, на ту информацию, которую вы несете. Подумайте, как сделать так, чтобы эти 3 секунды достались именно вам, а не той ленте, которая перед ним предстанет. Тут есть небольшая цитатка. «Скажите мне, я забуду, покажите, и я запомню». Важно показывать проблему, показывать ваши лица, показывать людей, которым вы помогаете. Не писать сухие посты, не вставлять стоковые картинки, а все-таки делать так, чтобы человек видел именно вас. Потому что это самый простой способ вовлечь аудиторию и смотивировать человека дать пожертвования. Вот смотрите, сейчас существует огромное количество блогеров, которые на самом деле показывают ерунду, да, как я пью кофе, иду в магазин, ребенка отвожу в садик, но люди это смотрят. Вот людям нравится быть вовлеченным внутрь деятельности, которую вы делаете, а не красивые итоги или там какие-то проблемы показывать. Им нравится быть внутри, будто бы они находятся и переживают все это вместе с вами. Когда мы говорим о доноре, который к нам приходит, мы должны понимать, что не только он нам будет что-то отдавать, но и мы должны что-то отдать ему. Именно так построен любой принцип дружбы, да, любви и как раз долгой взаимосвязи с вашими сторонниками. Первое. Все, что вы транслируете в сети, на сайте, в прямых эфирах, должно иметь некую пользу, иметь эмоцию, а не покер-фейс, да, с экрана транслировать и говорить о какой-то проблеме. И третье, почему люди активно присоединяются к фондам, группам, каким-то сообществам, на самом деле людям не хватает компаний. Компании единомышленников, компании для реализации каких-то своих потребностей внутренних, своего креатива, может быть, у него много свободного времени, возможно, этот человек одинок, да, у него нет друзей. Составьте человеку компанию, придумайте для него такую сферу, чтобы он мог там общаться, реализовывать себя. На самом деле это очень круто и важно. Я тоже приведу пример, может быть, чтобы было понятнее. Когда случился момент ковида, и все люди осели дома, и закрылись все кафешки, бары и рестораны, мы в своем приюте активно агитировали людей приходить гулять с собаками. И так как выборов в тот момент особо не было, куда же пойти с семьей и чем бы заниматься, то активность приходов людей в центр возросла, ну, буквально там на 300%. И люди настолько втянулись, это стало, так скажем, знаете, хобби выходного дня, что сейчас у нас огромное количество людей, которые к нам приходят, они что-то жертвуют, они чем-то помогают. Это опять тот пул сторонников, которых нам удалось привлечь к себе, которые до этого дня в душе не знали, что есть такой фонд, центр и вообще бездомные собаки, которым помогают. Ой, так. Что еще важно? Это я замечаю, потому что очень часто просматриваю различные социальные сети фондов, и иногда они безумно круто ведутся, но именно так
Вот в моменте никто не просит поддержки. Ну, например, вы рассказываете, что есть, ну, я не знаю, бездомные люди, как важно им помогать, сколько вы для них сделали, да, какие у вас программы есть. Но вы не просите человека присоединиться, помочь, поддержать вас. И люди со стороны думают, как многие, кстати, думают в России, что все фонды содержат государство или какие-то миллиардеры тайные, они думают, вот классные ребята, сколько всего делают, денег не просят, у них все есть. Но если вы не просите и не рассказываете, а для чего нужны эти деньги, что можно с помощью них сделать, кому они помогут, то людям, соответственно, они и не приходят в голову, что нужно помогать. А плюс важно просить и предлагать способ помощи там, где вы просите. То есть если у вас есть группа ВКонтакте, и вы там активно просите вас поддерживать, рассказывать о своей деятельности, соответственно, вы не должны людей гнать на сайт, потому что любой длинный маршрут, прочти пост, перейди на сайт, найди там кнопку «Пожертвовать», он будет сразу отсекать огромное количество ваших потенциальных доноров. Старайтесь внедрить там QR-коды, сделать там кнопки «Пожертвовать», которые сейчас вообще супер легко встраиваются, да? Пытайтесь в моменте поймать человека, который сейчас вдохновился вами, чтобы он здесь и сейчас сделал вам пожертвование. Раз начала про социальные сети, очень быстро скажу о том, что контент-план и образ вас в социальных сетях на самом деле очень сложная штука. Наверное, это вообще какая-то отдельная тема, на которую можно потратить огромное количество времени, но над контентом нужно работать. Если вы выставляете пост раз в месяц, раз в неделю, два там, раза в полгода, то это никаким образом не поможет вас привлечь сторонников. Потому что контент-план должен быть четко сформулированным, четко прописанным по количеству постов в день, в неделю, времени. И только тогда, когда ваша аудитория приучится, что ага, у них раз в день, раз в пять раз в день, раз в неделю выходит пост, они будут его ждать, просматривать, заходить в группу. Соответственно, и та информация, которую вы даете, она тоже должна быть разнообразной. Человек устанет листать фото, человек устанет читать какие-то полезные статьи. Все должно быть вперемешку. Какие-то пиарные рассказы, какие-то будничные, даже забавные моменты. И что важно, если у вас есть экстренные сборы, то ну, они должны составлять не более 10% от всей другой, да, от всего другого контента, который вы несете. Потому что если вы только будете кричать «Сос, беда, 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 беда», первые люди устают от негатива. Второе, обычно на такие посты приходят только, корректно, как сказать мне, доноры-истерички, называю, я не знаю, можно так говорить или нет. Люди, которые всегда там, где ужаснее. Вот сегодня у вас беда-беда, он с вами. Завтра беда-беда больше в другом месте, они от вас уйдут, они с вами не останутся. Я не считаю, что это такой тип донора, на которого стоит вообще ориентироваться и работать. Поэтому сядьте, продумайте, о чем вы можете рассказать. О себе, о, не знаю, даже о офисе, в котором вы работаете. Я не знаю, о своих целях, задачах, о том, о трудностях, о чем угодно людям. Люди помогают людям. Чем вы ближе, больше точек для соприкосновений даете, чем человеку приятнее и проще с вами, ну, к вам присоединиться. Ну и важно помнить, что видеоряд, ролики, видеорассказы всегда привлекают внимание больше. Вот я привела пример. Это реальные исследования, видеоконтент на 87% с другим визуальным рядом больше привлекает внимание аудитории. Соответственно, не забывайте о том, что важно и нужно его снимать. Это тоже ключик к успеху. Какой еще момент? По крайней мере, то, что очень часто замечается. Говорите не только о победах. Это всегда классно, когда вы пишете количественные, качественные там, какие-то показатели, кому вы помогли, скольких вы спасли, чего вы достигли. Но человек устроен так, что
когда другой говорит очень много о том, как он крут, у него включается, ну, такой, да, ну, соревновательный момент, момент, возможно, где-то неприязни. Надо говорить о том, что вы хотели ли сделать, но не получилось, да, какие выводы вы сделали. Так вы становитесь более реальными, приземленными и понятными. Очень важно для частного донора объяснять и расписывать суммы, которые вы используете в своих сборах, объяснять, почему они именно такие, предоставлять отчеты за свою деятельность. И тут есть такой момент, что многие, да, действительно не знают, как правильно говорить о зарплатах, особенно о зарплатах с частным донором, а не с бизнесом, где это все понятнее, то вот такой маленький совет. Попытайтесь просто включать в услугу и не говорить об этом напрямую, но обязательно показывайте это в отчетах, иначе это уже будет неправдой. И опять же важный момент. Важно благодарить. К сожалению, многие организации тоже злоупотребляют, я уже сказала об этом ранее, не забывайте благодарить ваших сторонников. Тоже момент такого успешного кейса. Несколько лет назад мы внедрили в свою деятельность рассылки по частным жертвователям. Мы привыкали друг к другу, пробовали разные способы. И вот я вам могу привести такой реальный пример. Ежемесячно, в конце месяца, мы делаем видео благодарность для доноров этого месяца, что мы смогли сделать с помощью их пожертвований, показывая реально работу, закупленные препараты, животных, которым мы помогли. И вот в этой благодарности у нас есть кнопочка, что человек все равно может нас поддержать, хотя мы его благодарим. И вот, казалось бы, да, можно сделать экстренную рассылку, рассказать про какого-то экстренного животного, а можно сделать благодарность видео и попросить присоединиться. Вот рассылки с благодарностью набирают у нас, ну, где-то на 30% пожертвований больше, чем экстренные посты. То есть вот людям, им приятно, что их поблагодарили, и они тут же в моменте готовы задонатить вам в ответ. Ну, может быть, очевидный для всех или неочевидный момент. Не гонитесь за количеством, гонитесь за качеством, потому что есть огромное количество фондов, где много подписчиков, но это не значит, что у них много пожертвований. То есть это абсолютно неравнозначные моменты. Количество подписчиков никак не связано с количеством пожертвований. Работайте на качество. Ищите тех самых людей, которые реально будут поддерживать вас, и работайте на удержание. Если вы занимаетесь рекламой, если вы сейчас в пути активного прироста своих социальных групп, там, набора имейлов, то старайтесь учитывать этот важный момент, что удерживаете, работаете больше на удержание, чем просто на прирост. Ну, я уже заканчиваю, все, я укладываюсь. Если мы говорим про социальные сети, то на самом деле я считаю, это лично мое мнение, это сейчас самый классный способ набрать себе аудиторию. Почему? Потому что практически все площадки подготовили уже для нас кучу классных инструментов. Есть готовые группы аудитории по интересам, да, на которых мы можем рассчитывать, делать рекламу, коллаборироваться с ними, выставлять какие-то совместные посты. Всегда есть возможность набрать аудиторию из других городов. К примеру, наш фонд находится в Пензе, но 80% наших жертвователей находятся в других городах, а не из Пензы. Куча рекламных возможностей для благотворительности. Например, еще и ВКонтакте есть куча грантов на рекламу. Если вы боитесь потратить свои деньги, попробуйте сначала с деньгами площадки, напишите грант, выиграйте его. Есть аналитические инструменты, да, то есть мы можем посмотреть количество переходов. А если мы внедрим аналитику на сайт, узнать, какой был, сколько пожертвований пришло, да, то есть мы можем оценивать стоимость привлеченного рубля, что важно.
Ну и, соответственно, есть разные варианты общения с подписчиками. Сейчас, по-моему, встроено все. И хоть веди прямой эфир, и хоть пиши статьи, хоть делай видео, клипы, которые, кстати, классно залетают, и таким образом тоже можно набрать аудиторию. На самом деле очень много. А самое главное почти во всех, ну, если мы берем ВКонтакте, как сейчас крупную площадку, она имеет огромное количество бесплатных вебинаров, как это все настроить, как этим пользоваться, да, и как это все внедрить в свою деятельность, платить никому не надо, потратить время только. Ну, я заканчиваю. В конце мне хочется сказать, что помните, что все-таки качественная коммуникация с донором, да, точки соприкосновения – это не только то, что вы скажете, а это то, что с собой унесет аудитория. Поэтому если донести какую-то информацию сейчас не получается, если нет реакции на какие-то посты, задумайтесь о том, что, возможно, вы просто преподносите ее не в том ключе. Пробуйте разные варианты, ничего не бойтесь. Вот. Всем желаю удачи. Все. У меня на этом все. Спасибо огромное, Даша, за классное выступление. У меня важная информация по итогу этого выступления. Хочу сказать официально, что мужчины очень любят котяток. Вот такая информация. Просто нам общество любит это выразить зачастую. Вот. Андрей, приходи к нам, у нас можно писать, какой милый котенок, мы будем ставить тебе лайки в комментариях. Ура! Спасибо огромное. А мне очень понравилось твое выступление, особенно в части контента. Я прям слушал с удовольствием, что над ним надо работать, что это важно, что текст важен. Вот, у нас был вопрос про фандрайзинговую стратегию. Я хочу сказать, что Даша состоит в клубе фандрайзеров, и сегодня у нас все спикеры тоже из клуба. Большое им спасибо. Большое спасибо клубу. Вы можете обращаться в клуб. Вот ссылочка у нас есть в чате. Еще Ирина спрашивает, с какой периодичностью вы делаете рассылки? Такой вопрос есть. Мы делаем одну рассылку в неделю. У нас есть разные аудитории, кому мы их присылаем, то есть и разные письма, которые мы пишем. Невозможно одно и то же письмо отправить всем. Есть какой-то срочный сбор, всегда есть рассказ о текущей деятельности и призыв присоединиться к рекуррентам, к регулярным пожертвованиям, и мы рассказываем, на что они идут, потому что не все тоже об этом понимают. У нас есть отдельная рассылка, кстати, для мужчин. Вот. И рассылка в конце месяца по выборке только тех доноров, которые жертвовал именно в этом месяце. То есть, соответственно, нет такого, что один человек получает в месяц кучу писем от нас. Мы стараемся никому никаким образом не приедаться, иначе от вас просто отпишутся от этой рассылки. Так, большое спасибо, Даша.